удивительной стране живем. В стране чудес. Нигде в мире нет такого количества экстрасенсов, гадалок, знахарок. Вот однажды мне посчастливилось встретиться с одной из таких знахарок. Здравствуйте! Скажите, не могли бы вы... Я все могу! Не стойте в дверях! Или туда, или сюда, а то из меня энергия утекает! А я только хотел попросить! А ко мне только по хотению ходят! И стучаешь по последнему! Это вы о чем? А все о том же! Все врачи, рвачи! Да нет, погодите! А ждать нельзя! Раз пришел к бабушке Оле, значит, приспичило. А я не к бабушке, я вот к вам пришел. А бабушка-то я. А сколько ж вам лет? А сколько раз вам давали по морде за такие вопросы? Я живу уже пятую жизнь. А что, пятый раз замужем, что ли, а? Какие же эти мужики тупые, вам это не понять. Это реинкарнация. Ой, а что тут непонятного-то? У меня знакомого мужика жена тоже реинкастрировала. Ну, чтобы он за другими не бегал. Вы фильм «Тупой» еще тупее смотрели? Нет. Посмотреть вам это нужно. Ага. Реинкарнация – это когда ты отправляешься на тот свет, возвращаешься, а ты уже козел. Да не хочу я быть козлом. Сама знаю, что не хочешь. Все, сейчас я вас лечить буду. Это моя стихия. А я здоров. Это вам только кажется. Вон у вас третий глаз какой нехороший. Где? Какой глаз? Присядь. Ага. Я всю информацию считываю с черепа. Ух, какой у вас череп. Руки вверх. Ага. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь! Зажми ягодицу! Да вы что? Я в четвертой жизни Степаном Разиным была. Ну хорошо, что еще не Чапаева. Не старайтесь застрить, это вам вредно. Слышите? Что? Слышите? Что слышите? Шелест тела. Чего? Шелест вашего... Какого? Астрального. Ух, какое у вас тело! Сухое, как осенний лист. Как что? Как осенний лист. Вам его необходимо вымачивать, и только в соленой воде. Это что, в рассоле, что ли? Причем постоянно. Нет, вот постоянно я не выдержу. Ой! Что такое? Ой! Что случилось? Почешите. Что почесать? Спинку почешите скорее. Спинку почесать. У вас очень плохой диагноз. Вас придется загипнотизировать и удалить совершенно ненужный вам орган. Какой орган? Ненужный. Считать это тысячи. В долларах или в рублях? В тугриках. В тугриках. Где вы были с пятницы на среду 20 часов утра? С пятницы на среду? Да. В 20 часов утра? Да. Откуда ж я помню? Все ясно. Остропрогрессирующий склероз, переходящий послеродовую горячку. Какая послеродовая горячка? Я ж мужчина. Это мы ж проверим. И проверять не надо. Уже 100 раз проверяли. Ага. Значит, подозревали не зря. А-а-а. Все ясно. Импотент. Что? Ну ничего, импотент и моя стихия. Лечится так. А-а-а. Берешь острый топор и... Да ну ладно! Фу, чтоб не сглазить! Смотри, как вспыльчивый какой! Но ничего, это я вам невры проверяла, невры моя стихия. Сейчас заходил у вас от ануреза. Анурез? Это еще что такое? Тут главное не пить много горячего чая. Почему? Почему, почему? Лопнет мочевой пузырь, ноги ошпаришь. Да, я поняла. Ага. У вас глаз. Я его уберу, и к вам вернется ваша жена. Так она от меня и не уходила. Это вы еще не знаете.
как не знаю, когда я не женатый? Нет, значит, будете. Ага. Приворожу, кого захочете. Вам приехали в Урченко. Соображайте быстрее. А то из меня энергия утекает. Да зачем они мне нужны? Они же обе старые. Вам их что, варить, что ли? Я с ума с вами сойду. Я вас от этого вылечу. Мне моя бабка секрет передала. Ага. Берешь стакан своей мочи и натощак выпиваешь. А съесть ничего не надо. Нет. Это я как рвотное использую. И чтобы волосы лучше росли. Вам не намазать? Вот, стул, скорее, стул. Чего ж ты молчал по поводу стула? Диарея — это моя стихия. Берешь анилиновые красители... Да вы все перепутали! Запор, что ли? Но с этим придешь завтра в это же время. Но учти, я больше всего не терплю опуздунов. Кого? Тебе что-то не нравится, да? Ну тогда считай, что я не терплю опозданцев. Опозданцев! И не смей мне возражать. Иначе ты сюда не езду. Все! Все, ни звука, ни слова. Ну, я ваш новый сосед. Я к вам за солью пришел, понимаете? За солью, а вы... А сосед? Ну, как нехорошо получилось. Фу. Ну, соседи — это неисправимо. Такую порчу снять нельзя. От соседей вся энергия утекает. Пошел! Ой, вот.